Gold 130 SP. Приманка имеет длину 13 сантиметров и вес 24,5 грамма. Приманка обладает нейтральной плавучестью с учетом веса металлического поводка. В воде в свободном состоянии приманка располагается под углом порядка 25 градусов. Bolt 130 SP оснащен системой дальнего заброса с использованием крупного вольфрамового шара. При забросе приманка далеко и точно летит. Приманка относится к шумящим воблерам, обладает достаточно высоким шумовым эффектом. В результате доработки под ловлю щуки в наших условиях шумовой эффект от приманки был несколько снижен. При проводке на рывках приманка широко уходит в сторону. При этом приманка обладает хаотичностью при проводке, отклоняясь в стороны на различный угол, как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной. В качестве базовой проводки можно рекомендовать проводку как рывками, так и подтяжками с ускорением. При этом количество рывков и длительность паузы лучше варьировать. Игра приманки настраивалась без учета носового заводного кольца. Ставить его дополнительно не рекомендуется. Лучше напрямую крепить поводок к носовой петле.